Профессор Никита с вами, и только посмотрите на всю эту красоту. Мы с ребятками решили выйти, потому что в нашей лаборатории совершенно невозможно было оставаться. Там такая жара началась сегодня, началось у нас лето. Ура, товарищи! Теперь мы не будем тухнуть в нашей лаборатории, теперь мы будем гулять по нашему замечательному городку. Здравствуйте, папа! Как вы? Как ваши кости после наших экспериментов? Здравствуйте, здравствуйте. Грегори, привет! Каникулы начались у тебя? Ля какой, ля какой. Рокси, Ванесса, здравствуйте. Подождите, я не вижу здесь Банза. Где наш Банза Банни? Он выходил вместе с нами из лаборатории. Куда он подевался? Вы где его посеяли, а? Рокси, мне кажется, вы что-то знаете. Мне кажется, вы что-то знаете. Что это за звук? О, подождите-ка! Самолет и вон наш Банз Банни! Рокси, ты ничего не хочешь сказать? Почему он там взаперти? Вон наш дорогой Банза Банни! Его кто-то там запер! Это был ты? Нет, профессор Никита, я его не трогал. Грегори, или это ты устраиваешь тут у нас шалости какие-то, а? А ну-ка, отвечай! Отвечай! Я вообще его первый раз вижу. Это точно был не я. Ладно, потом разберемся. Я побежал освобождать нашего Банза Банни из заперти. А пока я бегу, дорогие друзья, обязательно ставим лайки. Прямо сейчас нажми на лайк. И, конечно же, подписывайся на канал. Поехали! Банза, солнышко мое, кто тебя тут закрыл? Ты расскажешь мне сейчас, кто тебя закрыл здесь? Тук-тук-тук! Слушайте, это непробиваемое стекло вообще! Ага! Вот кнопочка, сейчас откроем. Чик! Все, солнце мое! Ты свободен! Давай, выходи-ка сюда! О, нифига ты тяжелый! Ну давай рассказывай, кто это был? Я не успел ничего сделать, я просто хотел поучаствовать в экспериментах. Они все набросились на меня и засунули в эту капсулу. Наверное, я им не нравлюсь. Поэтому они меня и обижают. Вот хулиганы, ну ничего, я им устрою. Зайчик, я так понимаю, нас сегодня с тобой ждут очень интересные эксперименты. Пойдем со мной. И первым же делом, насколько я знаю, ты у нас любишь купаться. Ты же у нас любишь купаться? Да, я мастер спорта по плаванию. Ну это же супер! Смотри, какой у нас пруд здесь есть. Сейчас мы тебя туда запульнем, не бойся. Ты плавать у нас умеешь. Йоба! Полетел! Плюх! Сейчас он выплывет, не боимся за него. Профессор Никита, а у вас есть какой-нибудь длинный канат? Я обожаю прыгать с тарзанки. Хочешь прыгнуть с тарзанки? Я не знаю, правда, как я тебя буду вытаскивать после этого. Возможно, тебе придется немножко там повисеть. Ты согласен? Да, конечно. Только не забудьте про меня. Супер! Смотри, самолет летит! Красивый! Ну что, тогда давай пробовать привязывать тебя тарзанкой к этому мосту. Мне для этого понадобится велдер. Очень красивая пушка, мне она дико нравится. Давай посмотрим, здесь должен быть... Вот, эластик, замечательно. Берем тогда твою ножку, зайчик. Дай-ка ножку свою, оп. И привязываем. Ну давай вот сюда, куда-нибудь вот сюда вот давай. Здесь повыше вроде бы. Чик, ты готов? Я тебя сейчас буду бросать. Банзо, это совсем не страшно. Я тебя кидаю. Уи! Извиняюсь. Подожди, дружок. О, господи. Не бей меня. Не бей. За что? Успокойся. Успокойся, что с тобой? Лети туда. Уи! О, ребята. Смотрите, он там летает. Он летает на нашей тарзанке. Сам хотел? Вот и получай. Зайчик, ты как там? Супер, только теперь снимите меня отсюда. Чего? Еще повисеть хочешь? Ладно, в конце экспериментов сниму тебя. Я вам на самом деле не говорил, но у меня появились суперспособности. Вот этими своими ручками замечательными. Я могу увеличивать теперь и уменьшать предметики. Давайте в качестве предмета у нас будет наш дорогой Банза Банни. Я его хватаю за пузико. Чик! И начинаю увеличивать. О, боже мой! Что происходит? Нет! Банзо! Что с тобой? Все, поплыл! Смотрите, как он плавает весело ему. А этого зайчика давайте-ка уменьшим. Кролик, ты готов? Я тебя немножко уменьшу. Ой! Слушай! Ты такой милый теперь! Ты такой милашка! Худенький! Красавчик! Тоже поплавать хочешь? Полетели. Оба! Извиняюсь.
Закидываю. Ох, полетел. Аниматроники и не только. За то, что вы всей компашкой взяли и заточили в заперти нашего Банза-Бани, вы все у меня сейчас полетаете. Вот каждый из вас. Мне все равно, чья это была идея. Каждый из вас сейчас полетает. С помощью, конечно же, бабушкиной варежки. Поехали. Там река везде. Так что не бойтесь падать. Там не земля, там река. Активируем нашу бабкину варежку. Поехали. Первый пошел. Бум! Полетел! Ванесса, вы следующая. Полетела! Уиу! Перелетела немножко речку, к сожалению. Ванни, полетела! Полетел следующий! Чё вы шугаетесь от меня? А нефиг маленьких обижать. Бам! Полетел! Рокси, полетела! Отец, по-любому твоя идея была. Хаги! Хаги только рад полетать. Полетел! Здравствуйте, вы тоже полетите сейчас? Мангли, все очень сильно хотят увидеть тебя на экспериментах. Вау, я даже не знала. Здорово, я не против. Ребятки, кто хочет увидеть Мангл, обязательно пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В этот раз наша Мангл полетает. Полетела. Бум! Мамочка, полетела. Луна, полетела. Полетел. Эй, чё произошло? Где он? Видимо, улетел. Чика! Бум! Фредди, я думаю, вы сдержите этот удар. Полетел! Пока ребятки отдыхают, мы возвращаемся с вами к нашему Банза-Бани. У меня появилась замечательная идея. У нас есть 12 Мурзиков, есть 12 Банза-Бани. Сейчас они пойдут в атаку. По идее, после моего выстрела они все должны отреагировать на меня и сцепиться. Пробуем. Раз, два и три. Ау, секунду. Пробуем еще раз. Раз, два, три. Эй, вы что не реагируете на меня? Может, стоит взять что-то помощнее? Еще разок. Ау. Вы что, глухие все? Ребята, ну что за дела? Давайте-ка, просыпаемся. Сейчас у вас будет интересная драка с Мурзиками. О, боже мой, я их сагрил. Ребята, в атаку! Я сагрил Мурзиков! Они все на меня бегают! Я их отлично сагрил! Давайте, Банзо! Банзо, спасайте меня! Надо еще тех сагрить. Сейчас я в каждого попробую стрельнуть. Эй, Мурзики, просыпаемся! Идем в атаку на Банзо! Не на меня, а на Банзо! Мурзик, последний! Просыпайся! Просыпайся, друг! О, боже мой, вот они! Атакуйте их! Ребята! Защитите меня! Нет! Уйди! Уйди! Орда Банза смогла победить орду Мурзиков. За это им ставлю класс. Извините, вы идете на меня в атаку. Не надо меня атаковать. Вы что, с ума сошли? Это была вынужденная мера. Один Мурзик остался в живых. Все, полетел. Молодцы! Кто-то еще не отошел от драки и идет на меня прям. Не надо меня атаковать, говорю. Вот красавцы какие стоят. Защитили профессора. Молодцы. Дайте я вам руку пожму. Банзо, спасибо за работу. Благодарю вас. Заспавним побольше наших Мурзиков. Поехали. Сейчас должны победить Мурзики. Давайте, ребята. Вот это махач. Давайте. У вас получится. Я болею сейчас за Банза. Похоже, выигрывают Мурзики. Посмотрите. Банзо, давай, у тебя получится. Ну же. Минус один Банза. Минус второй Банза. Осталось 3-3. Или 2-3. 2. 2-1. 2-1. Давай, последний удар, Банза, у тебя получится. Ну же. Нет, он еще живой. Давай, последний удар. Ну что же ты? Банзо, дави его ногами, наступай на него. Эта битва будет продолжаться бесконечно, поэтому я возьму еще несколько Мурзиков. И сейчас они должны пойти в атаку на нашего последнего Банзо. Давай. Все, отлично. Нет, еще он жив. Все, теперь точно все. О, еще один махач остался. Мурзик один наш улетел, к сожалению. Ребята, я надеюсь, вам понравились наши сегодняшние эксперименты. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!